знаю. Ребят, сами того не ожидали, оказались на концерте. Рок-фестиваль, живая музыка, прям, ну, круто все. Саня, не надо. Дорогу, куда ехать, так понимаю, ребята уже здесь были, тормозим, купим каких-нибудь продуктов. Все, мы в курорте. Вот так вот. Слушайте, а Саша говорил, тут дорогой магазин, тут все дешевле, чем у нас в Ялте. Да, ребят, дешевле, чем в Ялте. Ялте вообще, наверное, самый пик дороговизны. Нет, у нас же яблоко там есть. Дрова, виноградная лоза, ребят, 150 рублей килограмм. Ребят, посмотрите, карадак. Там можно объехать, но там будет обрыв, там палатку не поставишь. А там очень далеко идет набережная, херачит туда аж прям до обрывистых скал. Приехали поздно, небо затянуло, начался дождик моросить. Капец, а у нас тут как раз рыбка, мяско. Надеемся, что он сейчас закончится. Дождик, посмотрите, какие тучи прям. Остановились мы вот на таком кемпинге. Восточная часть Коктебеля, 200 рублей машина и 150 рублей палатка. Вчера мы готовили, ребят, карпа на костре в фольге. Вот такая вот у нас красота получилась. Положили мы туда помидорки, лучок, чеснок. Давайте пивом зальем его. Нет. И сразу с пивом. Вот, яблочек туда тоже накрошил. Ну и, собственно, яблочек? Вот такой. Да. Все это посолили,
приперчили. Ну и вот такая вот у нас красота получилась. Можно отварить гречки тоже вовнутрь. Ну, отварить, вовнутрь положить гречки. 15 минут одна сторона, 15 минут другая. В общем, там где-то 30 минут приготовления. И рыба приготовится просто отменно. Пальчики оближешь. Вот давай. Ням-ням. Бери самое такое вкусное мяско. Вот. Пробуй. Не распробовала еще, надо. А ну ты, Аленушка. Вкусненько? Да. Очень вкусно. Вот. Вот так вот. Получилось. Вань, так ты сам возьми. Почему ты в ложку вцепился? Давай ложку сам попробуй. Давай побольше дам себе, а то ты что-то как-то не распробовал. Я же говорю, да. А кости большие, нормальные. Вот это самое вкусное, серенькое. Вкусненькое, да. Вот она именно не разварилась, да, вот? Смотрите. Видите, какие кости? Надо быть аккуратным. Такой козырный шмат. Друзья, осень, да, сентябрь, а мы на море, прям, ну класс. Есть груз, конечно, что уже скоро зима, опять этот слякоть, снег, дождь. Ну такое, ну, наслаждаемся, так сказать, последними теплыми деньками. Ну а иначе никак. Находитесь в Крыму, собирайтесь на море, но везде очень штормит, да, октябрь, ну, начало октября, очень штормит. Друзья, включайте веб-камеры Крыма. И, собственно, мониторьте. Мы вот так вот, в принципе, мониторили везде. Как-то я показывал, везде был шторм, сильный ветер, где-то дожди. А в Николаевке прям штиль был. Блин, мы прям в шоке. Сразу садимся в машину. Это был наш выходной день. Сразу садимся в машину и едем в Николаевку купаться, наслаждаться теплым деньком октябрьским. Вот. Но сейчас вот так вот. Видите, сентябрь, народу еще много. В понедельник, я думаю, не будет так. Дети пойдут в садик, в школу, родители дома, кто-то на работе. Вот. Ну а кто до сих пор в отпуске, ребят, всем приятного отдыха, отдыхайте, наслаждайтесь морским бризом и вот такой замечательной крымской природой. Блогеры подъехали, дескать, в Крым, ребята. Судака. Да, надо судака. Ну вот нашли нас, прям ехали, приятно. Много, как а как вы нас нашли? Вот, у вас, наверное, где-то маячки, наверное, на блог. Конечно. Блок, да. На блок, мы, поставили? Мы короче, здесь, короче, короче, у нас маячок. Вы нас тогда нашли на этой... Вот. Где? На... А я язык заблетает. На Тарханкуте. Взяли. На Тарханкуте нашли. Вы нас нашли. Мы ориентируемся, пожалуйста, мы друг друга находим. Нет, нас отправил вот этот вот человек, который по Крыму Саша наберет. Нудистом, да. Нудистом прям направил. Просто мы с Ваней там купались, я кинул, а потом Ваня говорит, не, ребята. Мы зашли в самый эпицентр. Ну не вот так вот, а вот так. Так прям на холме стоит. Он вот так ходил, да, ребята. Человек вот там вот на холме я сначала увидел. Он вот прям стоит вот так вот и светит. Ребят, чтобы вы понимали, вот там нудистский пляж. Где вот склеп Юнге, вот этот холм, маяк. Там нудистский пляж. И, собственно, вот, ну вот так вот. А вы откуда вообще едете сейчас? Мы к вам приехали. Не, откуда? Или, ну, где-то были? А? Где-то были, просто дома? Дома были. Как там в Судаке погодка? Точно такая же, но дождик мы выезжали был. А. В ливень попали. А он тоже, смотри, дождь как льет. Вот это наш вот дождь. Это вы его, да? Он за вами, он магнитит. Погодка испортилась немножко. А, ну да. Здесь до Судака 20 километров. Так, наша Мурочка. Наша путешественница Мурка. А все. Начали снимать. Привет. Мурка вот путешествует
по Крыму с позитивом. Травел Мурка. Травел Мурка. Вот она только что покупалась. В итоге этот салют произошел в 1:30. Мы 4 часа там ждали. Мы 4 часа. Только что купались. Резко нашла кучу, да. И опять теперь купаемся уже под дождиком. Хорошо, вот зонтики стоят. Как бы навесики есть, можно спрятаться. А в нашем лагере сейчас палаточки стоят. У нас и нечего там вообще мочиться, да, у нас? Да, мы вроде все убрали. У нас все на столе, по-моему. Настя, выбегай! О! Со стола не все поубирали. Да ладно уже. Ну, нет, но должно было бы намокнуть, убрали. Там что-то бумагой осталось или что-то такое. Бумага туалет? Ну, наверное, да, и все, там так пусто. Мы хотели поесть, как Джек Воробей, но... У вас так не было. Но там ничего не было, да. Люди все попрятались под навесы, как и мы. Ну все, дождик вот вроде как заканчивается. А вроде бы и не заканчивается. Нет, он обманул. Он усиливается. О! Мурочка отсюда. Она хочет снимать, да? Мурочка тоже прячется от дождя. Смотрите, мы стоим под зонтом. Слушайте, прям релакс. Прям релакс. Ой, тут на этот капает, на вещи, может это двинуть. А Настя балдеет. Да, там солнце, ребят, посмотрите. Там солнышко, а здесь тучи. А в судаке у нас солнце. Да нет, вот Карадаг солнце. Вот Карадаг, да. Под домиком. Не мог. Твои слезы. А, ребят, что попали под дождь. Нет, слушайте, ну, не знаю, мне нравится. Мурочка, ну да, нормально. Мурочка, скажи, не в море, так под дождем не наступает, да? А ну, Вовчик, встань вот так, как ты стоял. Ребят, Дискрит Крым, ссылочка будет в описании, подписывайтесь на ребят, они прям очень позитивные, веселые ребята. Расскажите о себе. Повернись. Здрасте. А вот и мы. А что рассказывать? Обычные люди с судака. Всю свою жизнь на YouTube выкладываем, в принципе. Как и все крымские блоги, да? Так что... Ну да. После прогулки и сильного дождя мы решили поужинать, да? Пообедать. А кто-то еще будет даже завтракать. Приготовили, ребят, очень вкусный супчик. Вот Даринка нам приготовила. А вон Настя просто попробовала уже. Так сделала. Как вкусно. Вот. А в супчик что у нас входит? Супчик такой походный. Ну, вода. Вода. Самое главное, да? Самое главное — вода, угли. Макароны — тушенка. И самое главное — приехать на то место, где его приготовят. Да. Ну как, Аленушка, вкусно? Обязательно на отдыхе нужно правильно питаться, ребят. Не мивинки там, не доширак, а правильно готовить, вкусно кушать. И чтобы эта еда была полезна. А, это горечь. А еще, ребят, мы будем кушать лук ялтинский. Подгниловатый лук ялтинский. А он, знаете, он может в дожде размыть? Я не знаю, он, наверное, в дожде немножко раскис. Надо узнать, где у нее лайфхак работает. А мы видели на трассе. У Славы видео есть.
Лайфхак работает. Да ее видно там, она недалеко от этого поселка. За Партенитом. Да. Ой, перед Партенитом. Ну там все равно надо будет узнать. Вовчик, как тебе? Супчик? Ничего, вроде так, да, хороший. Конечно, перчика надо с солью еще. Так, перец где? Где наш перец? Нет, перец дам. Вовчику перца надо добавить. Ой, нет, наоборот. Ну, всем приятного аппетита. А, перец. Кончилось наше путешествие сегодня. Прощаемся с ребятами. Вот уже собрали наш лагерь. Да. Давай, Вовчик. Плачем. Все, ребята, Discreet Крым, ребята, кто не подписан, заходите на их ссылочку ниже в описании. Надеюсь, не последний раз увидимся. Да, конечно, грустно, ну вот, уезжать. Как-то мало мы побыли здесь, все-таки дождь не дал. Мало, но приятно. Нам дождик не дал. Даринка, Саня, ссылочки тоже будут в описании, я думаю, вам представлять их не надо. Саня, все, давай, Саня. А где твою ссылочку взять? Мою ссылочку? В описании. В описании. Все, Настя, пока. Все, давайте. Пока. Куда? Пока. Ладно, давайте, пока. Все. Все, всем пока. Клёво покупались. Давай. Пока. Клёво покупались. Всем пока.